На полигоне Сарышаган совместным боевым расчетом объединения противовоздушной и противоракетной обороны воздушно-космических сил испытательного полигона ракетных войск стратегического назначения успешно проведен очередной испытательный пуск новой модернизированной ракеты российской системы противоракетной обороны. Ракета успешно выполнила поставленную задачу и в установленное время поразила условную цель. Боевой расчет действовал слаженно, грамотно, уверенно, с поставленными задачами справился.